Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал ТГ Сибирь, и сегодня у нас Рагдос Вампиры. Вы, наверное, уже забыли, что такой класс в стандарте существует, а я не забыл, тем более, что у нас вышли Барон Марковых за 3 маны 2-2 с созывом, с цепью жизни, и другие вампиры под нашим контролем получают плюс 7, плюс 1, и еще у него есть бешенство, то есть мы можем сыграть его, когда мы его сбрасываем, что не может не радовать. Три копии... Вот такой вот гладиаторши, за 1 ману 2-1, за 2 маны мы сбрасываем карту, жертвуем вампира и дроим 2 карточки. Активируем только если оппонент терял хиты в этом ходу. Беспощадная соперница 3 штуки, за 1 ману 1-1, мы платим жизнь, она получает плюс 1, плюс 0. Но только расход мы можем активировать, к сожалению. Одна копия сразить клинком, ремувальчик, 2 копии Валдарнской кровопускательницы с 2 маны 2-1 с полетом. Каждый раз, когда она или другой не являющийся фишкой существо по нашим контролям умирает, мы создаем фишку крови. И каждый раз, когда мы создаем фишку крови, если по нашим контролям есть 5 или более фишек крови, мы можем ее трансформировать. И она будет 3-3 с полетом в начале боя во время нашего хода, не более одной целой фишки крови под нашим контролем, становится существом за 2 летучая мышь. Далее, 2 копии Дикта Шелдред, ремувальчик, 4 вампирши Светской Львицы за 2 маны 2-2 с угрозой. Когда она выходит на поле битвы, если оппонент терял хиты в этом ходу, то кладет жетончик на каждого вампира. Если оппонент терял в этом ходу хиты, то каждый другой вампир сходит с жетончиком. Вот такие вот у нее параметры. 4 собирателя кровавой подати, собственно, 3 копии... Фалкенрадской прародительницы за 3 маны 3-1 с полетом. Она не может блокировать, и каждый раз, когда она наносит боевое повреждение игроку, мы сделаем себе фишку крови. За черную жертвуем 2 фишки крови и возвращаем ее из нашего кладбища на поле битвы. Тут у нас, кстати, хорошо работает Лильяна, потому что мы можем ее скидывать под Лильяну, вот тут вот, прародительницу. Также мы можем скидывать под Лильяну Барона Марковых, и он будет с бешенством. То есть он не пропадет зазря, мы сможем его сыграть. 3 копии Флориана за 3 маны 3-3 с первым ударом в начале нашей главной фазы после боя. Мы смотрим X верхней карты библиотеки, где есть суммарное количество жизней, потраченных оппонентом в этом ходу. Изгоняем одну из тех карт и можем ее разыграть в этом ходу. 2 копии Генрики за 4 маны 1-3 с полетом. В начале боя, время нашего хода, мы выбираем опцию, которой еще не было. Каждый игрок приносит жертву существо, либо мы берем карту и теряем хит, либо ее трансформируем в 3-4 с полетом со смертельным касанием с цепью жизни. И за 3 маны каждое существо под нашим контролем, у которого есть полет, смертельное касание или цепь жизни, получает плюс 1, плюс 0 до конца хода. И 3 копии Анже, нечестивая подружка, за 4 маны 4-5. Каждый раз, когда она, ну или несколько других вампиров, выходит на поле битвы под нашим контролем, мы создаем фишку крови. Только один раз в каждом ходу срабатывает. И за 2 маны мы жертвуем другое существо или фишку крови. И каждый оппонент теряет 3 хита, а мы гейним. Ой, 2 хита, а мы гейним 2 хита. Вот такая, друзья, колода на сегодня. Ставьте обязательно ваши лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Давайте попробуем сыграть этой колодой в режиме рейтингового стандарта, как ни странно. Также не забывайте, мои дорогие, что у меня есть интересный телеграм-канал. Он создан для общения. И я вас там очень жду. Добавляйтесь, у нас там интересно. Итак, давайте попробуем. Если мы сделаем хотя бы пару побед, это чистая фановая колода, создана на эмоциях, так скажем, потому что, ну, вампиры. Ох. На самом деле, я помню, я отобрался в команду защищать мир по мэджику именно на колоде черно-красных вампиров. Поэтому для меня это особенная колода. Хотя они уже не такие, как раньше, но... Но все-таки. Так, первый ход давайте оставим. На самом деле, не важно, что ставить на первый ход. Какую землю. Сейчас не принципиально абсолютно. Кумано, да. Две лили. Это не очень хорошо, на самом деле. Я бы куда больше удовольствием подровал крич. Тем более, что две лилии долго не живут. Они не против монета, в принципе, долго не живут. Огнеглотатель. Это хорошо. Это хорошо. Это вообще абсолютно не агрессивная крича. В нашем случае. И перевал. Давайте лилечка. Пожертвуй существо.
Давайте, наверное, все-таки входим в атаку. Или не пойдем в атаку. Давайте в атаку. Угу. Пусть Англию идет, не страшно. Угу. Да. Пожалуйста. В Лилю? В Лилю. Окей. Земля. Ну, давайте. Блин, убить его за собирателя. Давайте за Лилю убьем. Пожалуйста, что. На самом деле для Монорада это больно всегда. Атака. Пока мы по хитам его выигрываем. Ходи. Копейщица. Огнеглотатель, да? Да, пошел в Лилю. Без БМ. Что-то еще у него есть? Эпикуриец. Хорошо. Давайте в таком случае водопады. Давайте барон. Автоплата. Далее. Атака. Хочу. Вот это, кстати, он классный, да? Под чарку, под 2 дамага. Это больно. Ну, чтобы сейчас убить его, надо 2 кричами встать. Если я потрачу его на 2 кричи, это будет просто победа. Угу. Встал блок. Да. Отлично. Давайте такая. Ход. То, что мы убили ему кричу, это просто шикарно. Бесплатно причем убили кричу. Удар грома, да, нашего лейтенкера, к сожалению. К сожалению. У него 1 карта осталась. Он ее сбрасывает на землю. Что-то подробовал. Нету булков. Мне проще вот этого убить следующий ход. Ага, давайте. Сбросим источник. Что-нибудь нормальное, пожалуйста. Генрика шикарно просто. Генрика просто шикарно. Давайте на все-таки атака. Нет! Блин. Вот я тупанул, ладно. Я сейчас тупанул, ребята, причем очень сильно. Надо было это делать до атаки. Конец хода. Ну, зато, кстати, если он нас сейчас не убьет, то мы можем убить. Следующий ход. В принципе, можем. Да. Или не можем. Или не можем. Так. Это пробивной удар, да? Я вообще не хочу его видеть. Умри. У нас же нет еще крови. Господи, что я творю, а? Что я делаю? Играю. Смотрите, да, время. Все, хватит играть. Трансформируйте. 4-5. Она. Не надо так. Конец хода. Всякую ерунду делаю, господи.
Что ж такое? Он просто сейчас мог выиграть. Просто трансформировав и идти в атаку. Но не выиграл. Пас. Сейчас поеду в атаку. Нет. Гати мой ход. Может, я перестану землю трогать? О, кайф. Крича, которая не умеет блокировать. Ходи. Угу. Сейчас все решится. Вот сейчас чувствую, что все решится. Земля. Пас. Все, мы выиграли. Скорее всего. Далее. Наши флайеры в атаку. Атака. Атака. Далее. И чё? Активировать. Активировать. Дэмэдж. Дэмэдж нет. Блин, ну не томи, братан. Пожалуйста. Yes. Блин, о, капец. Я играю, у меня уже глаза слипаются. Я допускаю тупейшие ошибки и все равно выигрываю топовый монорет. Хотя у него, наверное, не топовая сборка, но, блин, сама дека, да, по себе топовая монорет. Вампирами. Вампирами. Это что такое вообще? С двумя лилиями против монорета вообще лили не должны приходить. А им там нечего делать просто. Кошмар. Ладно, давайте следующую. Я рад, я безумно на самом деле рад, что мы сейчас выиграли. Ху-ху-ху. Это было напряжно. Давайте, давайте следующую. Мне прямо интересно. Уаха. Уаха. Нравится иногда ники. Блин, хоть пир. Ну ладно, давайте. В принципе, нам есть что сказать оппоненту, да? Да. Гора. Вот такая вот. Гладиатор. Ходи. С удовольствием разменяюсь против монобелой агры. Да. Пускай. Слушайте, оружие не в кэсе, я же думаю, ладно. А крич пожертвуешь? Интересно, что для него приоритетнее? Крича, который кричается или который может дровать? Видимо, который может дровать. Логично. Ходи. Миротворец. Выбирай. Выбирай, братан. Выбирай, все для тебя. Все тут для тебя. Я бы Флориана выбрал, если честно. Все правильно. Что он такой прямо серьезный мужик. Серные источники. И гладиаторша. Давайте такой. Давайте ход. Так. Катар, да. Катар жесткий. Кого? Хорошо. Пас. Давайте ведь пинком Катара. Автоплат. Я даже, наверное, двумя встану в блок. И поставлю сейчас Флориана. Или нет? Да, наверное, так и сделаем. Я, в принципе, согласен разменять. Это нормальный размен.
что принято одна карта осталась. Давайте, Флориан. Флориан очень хороший. Ходи. Ха, Катар, жесть. Ладно. Да, на два сходи. Но у нас-то Генрика. Далее. Давайте возьмем карту. Неплохо, кстати. Давайте болото. Конец хода. Второй Катар, да? Миротворец, да. Пожалуйста. Пусть будет миротворец. Да? Атака? Или нет атаки? Нет атаки. О, о, бейби. Давайте Анже. Далее. Давайте трансформируем. Атака. Проходить в атаку, тем более, что у нее лайфлинг. Ходи. Теперь мы можем сбросить барона и сыграть его за 3 маны, за бешенство. Пас. Нифига, да? А это мой ход. Давайте далее. Посмотрел. Нашел. Атака. Угу. Никого, да? Давайте. Берем барона. Абсолютно точно сыграем его за бешенство. Раз. А, подождите. Блин. Вот это, конечно, фигня. А, конец хода, ладно. Кстати, ну у него же бешенство. Бешенство вот это не монокост. Тут что-то я не помню немножко. Ладно. Миротворец, да. Да-да-да. Видимо, атака на дофига. А почему так с бароном получилось, интересно? Ребята, напишите в комментариях. Там же получилось... А. Ну да, наверное, все правильно. Угу. Мой ход. Кого? Ладно. Угу. Давайте такой. Далее. Нет, а так. Конец хода. Ладно. Что-то посмотрела. Нифига не нашла. Атаки. Пошел в атаку, пошел, вышел. Ух ты. Давайте пас. Мне, если честно, вот это раздражает, чувачок. Хотя, может, и не раздражает. Не раздражает все-таки. Угу. Мой ход. Ну, давайте. О, отлично. Собиратель. Триггер, триггер. Далее. Атака. На 3. Сделали конец хода. Так.
Чем будет? Надо ему 2 спела, правильно? Ты это что выбрал? Анджи. А я что выбрал? Защитница, да. Команда, которая Анджи. Брон Марковых нас уже не интересует. Блин, ну я туплю сегодня, конечно, капец. О, пошли в атаку. Пас. Так. Вот этот под Анджи. Давайте сюда. Один блокирующий. Давайте. Подождите-ка. Давайте активируем. Убьем фишку крови. Выбирай. Нет. Вообще даже ни разу. Подорвались. Далее. Вот так. Вот и все. Я не понимаю, что происходит. Вообще не понимаю. Ай. Блин, так туплю просто. Невозможно сегодня. А, играю как нуб. Спать хочу нереально. Ну, блин, почему-то я побеждаю. Мунувайт, мунорет, неважно. Просто жесть какая-то. Просто какая-то жесть. Ну что, давайте крайнюю катку сыграем. Последнюю. Я просто в шоке от себя. Вампиры вообще кого-то, про которого просто все забыли. Интересно, если я соберу вервольфов, они также будут отжигать или нет? О, какой-то кошмар. Какой-то ужас, ребята. Ужас. Ужастик. Да. Пофигу. Это будет болеть долго. 2 анже, конечно, не очень, но в принципе такая агросоставляющая мощная. Давай, погнали. Или нет? Или нет? Что будем делать? Ну, ждем оппонента. В любом случае, это естественно. Ну, пока, друзья, подпишитесь на канал. Поставьте лайк, оставьте комментарий. Потому что что-то здесь невероятное творится просто. Какие-то маленькие вампирчики. Ни о чемные. Что-то прямо распоясались сегодня. Ну, у меня такое чувство, что оппонент наш ливнул. Просто ливнул. Что он даже как-то не торопится. Йоу, привет! Братишка. Начал катку и ушел. Всякое бывает, да? Всякое бывает. Ну, мы давайте поговорим о вечном. Давайте поговорим про мой телеграм-канал МДГ Сибирь, в котором вот недавно шло голосование за колоды, в котором ребята просто просят там, допустим, помочь новичку, в котором просто мы обсуждаем какие-то карты, сеты, деки, вообще все у нас так замечательно, ностальгируем, кто из старичков, кто из новичков просит помощи, им помогаем всегда, проводим турниры, уже один проводили, поэтому, ребят, залетайте. Я думаю, вы не останетесь недовольны. Но мне кажется, что оппонент просто ливнул, поэтому, в чем мы сейчас сыграли, разницы никакой нету.
Если он сейчас, конечно, не встрепенется. Но мне кажется, что нет. Также, друзья, смотрите, сейчас на Ютубе такая тема, что, естественно, как вы знаете... А, нет, он, смотрите, он живой. Ютуб не работает больше во благо русских граждан и отменил полностью рекламу. Мы не получаем дохода никакого. Единственный источник дохода для меня сейчас – это ваши донаты. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы хотите поддержать, я буду вам безумно крайне признателен. Прямо от всего сердца. Поэтому очень жду от вас поддержки. Ссылочки в описании есть. Поэтому не игнорируйте их. Пожалуйста. Блин, сейчас можно слить. Быстрый старт Монорода. Очень хороший старт. Так, ну ладно. Может быть и не можем. Это, по крайней мере, на лучше. Далее. Атака пускай будет. Конец хода. Уже одна мана, желательно красная, чтобы больше хиты не лузать. И с Анджео будет тяжеловато справиться. Я надеюсь. Какая быстрая рука у него. Сейчас я на прорицательницу скину. Долго-долго он там дурака валял. Наконец-то отвалял. Пас. И станем блок. Ничего страшного. Если он мне даст возможность заблокировать, то ничего страшного абсолютно. Блок станет. Угу. Давайте пожертвуем, да? О, ему вальчик дали. Хоть что-то. Ну, работаем. Да, ну мы все еще не мертвы, мы в 9. Это уже радует. Так, о. О-хо-хо. Барон. Ходи. А, давайте сразу кого-нибудь убьем. Чтобы они меня не раздражали лишний раз. Барон, да, барон тема. Барон это лайфлинг. Хоть какой-то, но лайфлинг для нас. Угу. Угу. Это всего лишь на 4. Это не страшно. А, уже страшно. А все еще на 4, но уже страшнее. Так, ну тут мы слили. Мы не потрогали четвертую землю. Это прям печально. Потому что два анже на руке. Могли бы сделать много, но не сделали. Давайте тогда еще одну, наверное, каточку попробуем. Или все на сегодня. Я обещал, что это будет крайне. Хорошо, пусть это будет крайне. Спасибо, друзья, большое, что смотрели ролик до конца. Если вам хоть чуть-чуть понравился, если да, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Ну, с вами был Дима, МТГ Сибирь. Постоянно новые деки только для вас. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.